Здравствуйте, уважаемые поклонники фингерстайла. Сегодня я буду разбирать песню «La Bamba» от группы Los Lobos. Бесплатно табулатуру к ней вы можете скачать в моей группе ВКонтакте, ссылочку найдете в описании к видео. Я выбрал эту веселую песню больше с педагогической точки зрения, потому что она объединяет в себе несколько тем, важных тем и моих уроков на канале. Я очень советую вам посмотреть урок, который называется «Синкопы и мелодические линии». И потом уже приступать к разбору данного видео. Особенно синкопы посмотрите, пожалуйста. Эта песня яркий пример того, как на трех аккордах можно сделать грандиозный хит. Веселая такая песенка, которая работает в основном благодаря тому, что там обильное количество синкоп присутствует. Смещение ритмических акцентов. Мы поступим следующим образом. Я рекомендую начать изучение этой песни, конкретно данной аранжировки, с припева. Первое, что мы сделаем, сыграем основную мелодическую линию в голосе. Обязательно с метрономом, я поставлю где-то темп 100 и сыграю ее. Обязательно отбивайте ногой вместе с метрономом. Вот пока у вас не будет это получаться, дальнейшее бессмысленно. То есть обязательно нужно эти синкопы играть ровно и с метрономом, ну либо с барабанами. Да, кстати, такая вещь, без сам пика очень сложно сыграть данную аранжировку будет, так что советую приобрести. Итак, следующий шаг, играем бас. Тоже с ногой обязательно, под каждый клик. Так несколько раз, да, пока не будет получаться ровно. Следующий шаг, мы добавляем перкуссию к басу. Некоторые ноты берутся, вот скажем, на счет 2 и на 4 надо это сделать. То есть раз, два и три, четыре. Вот на 4 у нас приходится нота ля, в данном случае. Мы берем ее, сильно выбиваем медиатором, этим когтем, и получаем перкуссивный звук. Об этом я говорил во многих своих роликах. Постарайтесь добиться этого. Итак, с перкуссией бас. А здесь уже на соль приходится. И последний шаг, это, конечно, соединять все это вместе. Можно даже помедленнее темп поставить, какой-то 90. То есть ориентируйтесь по своим возможностям, никогда не спешите. Скорость это самое последнее, что может быть при изучении. Вообще не только в музыке, во всех сферах, наверное, жизни. Попробуем все это вместе слепить сейчас, припев, да? Здесь я буду играть большим пальцем часто, как это в фингерстайле бывает. По-другому очень сложно. Советую также это делать. Ну и последний этап припева – это добавление второго голоса. То есть сначала играется бам-бам-бам-бам, потом добавляется верхний голос. Все это в табах вы прекрасно видите. Увидите сейчас и, ну, в принципе, можно даже тремя пальцами играть. Ну, здесь в данном случае двумя.
Джей оставляем, си меняем на соль. Значит, теперь я медленно сыграю просто вступление и куплеты. Там очень много ритмических, конечно, разнообразий, если можно так сказать. Просто тут сложно что-то либо объяснять, просто смотрите, я сыграю очень медленно, следите вместе с табами обязательно. Я сначала играю медиатором, причем когда я играю этим thumb-пиком, да, я его использую именно, держу как медиатор, то есть двумя пальцами. Не вот так вот, а как будто медиатор. Здесь место такое интересное. Большая трёль в мелодии. Та-та-та, una poca de gracia. Такое как бы замедление. Здесь с перкуссией это сложно сыграть, поэтому я играю. Ну, беру си и соль, так это occasional notes, как сказали бы, наверное, американцы. То есть можно играть, можно не играть, они для полноты. Здесь я делаю так называемый рейк, приглушаю все струны медиатором, отпуская первую. Такая классная акцентировка. И опять на до мажор. Здесь добавляю бас, в оригинале его не было, но мне кажется, это более динамично с одной гитарой будет. Еще раз. Опять это большая трёль. Здесь такая фишка у фламенко гитаристов, подсмотрел. Вертушка, как я ее называю, большим пальцем, вся кисть ходит вот так. Ну и идем уже на припев. Вот такая опять, казалось бы, простая песня. Три аккорда. До, фа, соль. Но это очень сложно сыграть вместе. И это большая-большая тренировка именно на ощущение ваше ритмическое, насколько оно точное. Обязательно это делайте медленно с метроном и с табулатурами. Качайте табулатуру по ссылке в описании к видео. По поводу частных уроков вы можете обращаться на электронную почту. Все контактные данные тоже в описании. Увидимся, я думаю, до скорых встреч. С вами был Алекс, всех вам благ, занимайтесь и удачи, пока.